Абу Али Хусейн, Ибн Абдуллах, Ибн Аль-Хасан, Ибн Али, Ибн Сина. В европейской традиции Авиценна. 10 афоризмов и высказываний. Умерен будь в еде. Вот заповедь одна. Вторая заповедь. Поменьше пей вина. Кто счастья не ценил, тот близится к несчастью. Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Когда умрем, то все до одного познаем, что не знаем ничего. В одиночестве человек не выжил бы. Все то, в чем он нуждается, он получает лишь благодаря обществу. Как от слепцов сокрыт солнце ясный свет, так для глупцов дороги к правде нет. Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями не нуждается ни в каком лечении. Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений. Душа похожа на стеклянный светильник. Знание есть свет, дающий огонь, а мудрость Бога – масло. Если светильник горит, ты жив. Если он погас, ты мертв. Нет безнадежных больных. Есть только безнадежные врачи. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. А если вы знаете другие афоризмы великого врача и философа Ибн Сины, которого в Европе принято называть Авиценной, то напишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!